Добрый день, мои дорогие уважаемые подписчики, гости канала, уважаемые коллекционеры, любители истории старины, случайный зритель моего скромного канала старины антиквариата, на связи канал «Что старой шкатулки», меня зовут Руслан, всех вас приветствую. Всем мира, добра, хорошего настроения, крепкого здоровья, мир вашему дому. И сегодня у нас снова интересное видео на канале «Что старой шкатулки». Если вы еще не подписались на мой скромный канал, обязательно подпишитесь, будете в курсе всех моих антикварных покупок. И у нас сегодня новая тема, и снова мы с вами поговорим о филокартии. Кто-то спросит, что такое филокартия? Филокартия – это наука, которая изучает художественную открытку. Я сегодня пробежался по пунктам приема металла и макулатуры и спас историю от утилизации. Выкупил небольшую коллекцию старинных, добрых, советских открыток. Сейчас мы все с вами посмотрим. Вспоминайте молодость, вспоминайте свое детство, вспоминайте вот такие вот замечательные, добрые открытки. Погодка у нас немножко испортилась, мои дорогие. Давайте посмотрим. Смотрите, у нас идет снег. Снег идет. Но, как пела одна замечательная советская актриса Алиса Бруновна Фрейндлих, у погоды нет плохой погоды. Но самая главная добрая новость, мои дорогие, зима еще не хочет отступать, не хочет терять свои позиции. А у нас хорошая новость. У меня, вот смотрите, зацвел кактус. Зацвел кактус вот такими вот желтыми цветочками. Чувствует весну. Вот такой вот у меня кактус на подоконнике стоит, мирно себе смотрит в окошко. И вот такой вот натюрморт у нас сегодня. Смотрите, зацвел. Весна уже скоро придет к нам, мои дорогие. Цветочки вот только-только начинают появляться. Но поговорим о кактусах в другое время. А у нас вот такие вот замечательные, добрые советские открытки. Давайте знакомиться, посмотрим, пробежимся быстренько по каждой открыточке, мои дорогие. Итак, вот такая вот календарик. Вот такой вот календарик. Смотрите, Золушка, сказка Шарля Перо. Смотрите, девочка сидит. Прилетели к ней птички-воробушки. Радуется новому дню. Она сидит и чистит картошечку. Смотрите, чистит картошечку. Кто любит жареную картошечку, ставьте свой добрый лайк. Итак, следующая у нас открыточка. Смотрите, новогодняя открытка. Дедушка Мороз, Новый год. Мишка здесь у нас, лес такой вот заснеженный. Зайчик бежит, белочка, все радуются новогодним праздникам. И вот вдалеке мирный город отдыхает, ждет новогодних праздников. Дедушка Мороз, вот такой вот у него борода. И целый мешок подарком добрым послушным деткам. Здесь у него, смотрите, и куклы старинная такая, и барабан, и какое-то лото шагает к Новому году. Смотрите, вот такая вот замечательная, добрая открытка из Советского Союза. Следующая открыточка у нас цветочки. Смотрите, вот такая вот красивая открыточка. Апельсины, витамины и так далее. Красивая антикварная ваза и целая ваза роз. Следующая открыточка у нас, смотрите, святом на украинском мове. Такие вот детки с такими вот флажками на параде, с флаги сзади, воздушные шары, звездочки у них октябрятские, видите. Потом у нас вот такая вот с днем рождения поздравляют, такие вот петушки, гребешки. Вот у нас мир, труд, май, смотрите, вот такие вот женщины красивые, африканские женщины, европейские женщины, смотрите, с тюльпанами. Мир, труд, май. 1 мая. 1 мая. Так, запрошение на веселье. Вот такая вот интересная открыточка у нас есть. Так, морячки, сибирячки. Смотрите. С праздником октября. 1917 год. Орден Октябрьской революции. Смотрите. И вот они шагают к светлому будущему, мои дорогие, знамена. Идут гордо, верят в идеи революции. Смотрите, вот такая вот замечательная, добрая советская открыточка. Снова у нас Новый год. Снова Новый год на пороге. С Новым годом граммофончик, смотрите. Старинный снеговичок. Дедушка Мороз наряжает елочку, ставит пластиночку под музыку, потому что музыка нам жить и строить помогает, мои дорогие. Так, следующее у нас. Новый год. Снова Новый год. Свечи. Смотрите, какой красивый бронзовый подсвечник. Старина. Вот такой вот
Печать старинная, смотрите, вот такая вот интересная игрушка. А здесь у нас, смотрите, какие вот замечательные, добрые зверята. Тут у нас барабанщик играет на барабанах, зайчик такой пляшет, мишка олимпийский, фотограф, режиссер, кот в сапогах, синички. И вот видите, снегури летают. Короче, новогодний концерт для самых маленьких деток. Так, у нас вот такая вот белочка есть, смотрите, с орешком, с Новым годом. Дедушка Мороз звонит куда-то по своим новогодним делам и сообщает, что скоро Новый год. Она чистенькая, мои дорогие, вот такая вот замечательная, добрая открытка. Тоже с Новым годом, очень много новогодних открыток. Ну, вот тут Дедушка Мороз, видите, как получилась такая вот неприятная ситуация. Дороги не чистят, Дедушка Мороз едет на утренник, детки его ждут, взрослые ждут, а он вот застрял, застрял где-то в лесу, и вот ему звери помогают выбраться из снега. Смотрите, вот у него снеговик за рулем, водитель его личный, Дедушка Мороз, давай толкай быстрее, потому что я спешу. Вот такая вот ворона, все торопятся, все радостные и довольные. Так, следующее у нас вот такой вот лес с Новым годом, вот такая вот красивая девушка, смотрите, с Новым годом, такие красивые у нее варежки, красивые такие глазки, замечательная добрая открытка. Здесь у нас снегири, смотрите. Снегири такие вот красивые, рябину кушают. А здесь у нас эскимо едят морозы. Почта СССР, с праздником 8 марта. Скоро, мои дорогие, замечательный, добрый женский праздник 8 марта. И все мужчины будут поздравлять своих любимых женщин, бабушек, мам, сестер, племянниц и так далее. Вот такая вот новогодняя открыточка у нас. Кот в сапогах собрался на рыбалочку, захотелось ему рыбки. Называется она «Желаем успехов». Желаем успеха ему на рыбалке. Так, с Новым годом, смотрите, снова с Новым годом у нас. О, какие красивые антикварные шишечки. Вот такие вот елочные игрушечки у нас есть. Потом снова у нас с Новым годом. Смотрите, какая замечательная открыточка. И снова с Новым годом. Смотрите, вот такая вот замечательная природа. Вот такой вот мороз, снежный лес, хорошее, доброе настроение. 1 сентября. Букварь, глобус, синички, видите, воробушки. Вот видите, 1 сентября, первый раз, первый класс, снова 8 марта. У нас вот такие вот замечательные цветы. 8 марта открыточка посвящена. Снова у нас 8 марта. Хороший, светлый, добрый праздник наших любимых женщин. 8 марта. И опять у нас 8 марта, Международный женский день. Смотрите, они подписные, но тоже интересные. Смотрите, вот такое вот 8 марта. Дорогую маму поздравляли вот мальчик с мимозами. Его друг вот такой слоненок. 8 марта несут и корзину мимоз и фиалок. Замечательная добрая открытка. Снова у нас такой вот строитель, юный строитель. Самая мирная профессия на Земле. 8 марта. Мальчик строит такую вот пирамидку. 8 марта открыточка. Здесь вот такая вот архитектура. Старинная добрая открытка. Это Крым. 1 мая. Снова у нас, ребята, смотрите, это, наверное, Одесса. Может быть, да, может быть, Одесса. Городу Одессе привет. Да, это Одесса, археологический музей. Вот такая вот замечательная добрая открытка. Каунас, смотрите, какая черно-белая открыточка. Супер, чистенькая, отличное пополнение в коллекцию. Дрезден. Вот такая вот архитектура у нас. Что здесь написано? Давайте почитаем, что здесь написано. Так. Верлат Ханс Андерс, Берлин. Я учил в школе немецкий язык, и вот он нам пригодился. Смотрите, вот так вот. Вот такая вот черно-белая открыточка. Вот такая вот красивая архитектура, старый замок, какая-то река. Это у нас Будапешт. Смотрите, вот она, иностранная открытка у нас. Снова у нас Будапешт. Супер. Снова у нас Будапешт, знаменитый мост через Дунай. Видите? Тоже черно-белая открыточка, целая такая коллекция, видите, черно-белых открыток из серии города Будапешта. Это Венгрия. Так, дальше у нас, смотрите, снова такой вот старинный пароход. И снова у нас Будапешт. Так, мальчик куда-то торопится, с днем рождения поздравить своих друзей.
Вот такой вот ослики А и много-много вкусных таких вот витаминов. Тут у нас вот такая вот осень. И у нас здесь есть актриса, смотрите, какая замечательная, красивая женщина, добрая. Это кто у нас? Лариса Малеванная, заслуженная артистка СССР. Так, дальше у нас вот такая вот открытка. Это у нас Латвийская ССР. Видите, какой-то порт. Тоже у нас здесь Латвийская СССР, видите. Это Юрмала. Юрмалы, привет. Кто из Прибалтики, напишите в своих светлых добрых комментариях. Мне будет приятно почитать. Вы знаете, что я всем отвечаю. Вот такая вот открыточка у нас есть. И вот такая вот, такие вот улочки, смотрите, старинные улочки. Это тоже Латвия, Юрмала. Здесь вот такие вот старинные часы электронные. Здесь у нас старинная башня есть. И здесь у нас такая вот башня красивая. Тут у нас такая вот заснеженная башня. Супер открыточки, классные, в хорошем состоянии, они чистенькие. Тоже у нас вот такая вот, вот розы, кто любит розы. Для моих дорогих, уважаемых женщин. Так, 1 мая, 1 мая, 1 мая, праздник советской страны. Запрошение на веселье. Вот такая вот открыточка у нас есть. С праздником вот такая открытка. Снова у нас целый набор старинных вот таких вот тоже открыток. Это тоже у нас, что это у нас, Латвия, да, это Юрмала, пляж. Молодые люди гуляют и веселятся. Вот такое вот Юрмала, тоже старинные открытки. Кто из Юрмала, напишите в своих светлых добрых комментариях. Вспоминайте вот такие вот старинные виды вашего родного города. Вот она, смотрите, вот такая вот открыточка у нас есть. И вот такая вот открытка. У нас какая-то старинная крепость. А здесь вот такие вот пароходы, яхты, море, солнце и вода. Наши лучшие друзья, мои дорогие. Это какой-то санаторий здесь, видите. Это снова у нас море. Это у нас экскурсия. Видите, тоже Латвийская ССР. Так, здесь у нас снова море. Здесь у нас такой вот прибой красивый. Смотрите, ух ты, хорошо. Так, здесь у нас уже что-то другое. Это уже у нас не Латвия. Это Брест, город-герой Брест. Кто из Бреста, всем мира, добра, хорошего настроения, всем крепкого здоровья. Так, это снова у нас Латвийская ССР. И вот такие вот улицы, старинные улицы Юрмалы. Вспоминайте, смотрите, пишите. Вот такая вот открыточка у нас. И у нас есть целая коллекция открыток с заслуженными артистами СССР. Вот такой вот артист. Кто это у нас? Это Евгений Лазарев. Пожалуйста, вот он. На такой вот замечательной, доброй открытке. Вот такая вот красивая девушка, смотрите. Тоже какая-то артистка. Наталья Бондарчук. Вот она, такая вот открыточка. Вот такой вот артист, я его помню. Это у нас Алексей Панькин. Смотрите, Алексей Панькин. Вот такая вот добрая открытка. Иннокентий Смоктуновский. Кеша, вот он сам, Иннокентий Смоктуновский. Это для нашего молодого поколения, кто не знал. Знаменитый фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», где Анатолий Папанов говорил «Иннокентий Смоктуновский». А, Пуговкин, Николай Пуговкин, я прошу прощения. Смотрите, Иван Васильевич меняет профессию, я прошу прощения. Так, следующая вот у нас вот такая вот открытка, такой вот молодой, это у нас Гладышев, Евгений Леонов Гладышев, смотрите. «Место встречи изменить нельзя», он снимался, вы помните, первой серии. Вот такой вот артист, супер артист, это у нас Владислав Дворжецкий. Вы помните классный фильм «Возвращение святого Луки». Очень замечательный советский фильм. Советую всем пересмотреть. Я его смотрел уже 100 раз и пересмотрю еще 101. Вот такой вот артист у нас, смотрите, это Евгений Карельских. Потом вот такой вот артист у нас есть. Иван Гаврилюк, это украинский заслуженный артист Украины. Потом с днем рождения, такая вот повареночек у нас есть. Такая вот добрая собачка у нас есть. С днем рождения, мои дорогие. Снова Латвия. Вот такие вот открытки, вот такие вот замечательные ромашечки, розочки, красивые, добрые открытки для хорошего, доброго настроения, мои дорогие. Вот такие вот замечательные цветы, целые, вот такая вот коллекция, подборка цветов. Кто любит цветы, ставьте лайк. Тоже у нас Латвийская ССР, видите, Латвия, да, это Юрмала, дом отдыха.
Видите дом отдыха? О, Нона Мордюкова, смотрите. Видите Нона Мордюкова? Вот она, такая вот красивая женщина, 69-й год. А у нас управдом друг человека. Так, дальше у нас мой любимый артист, смотрите. Это у нас Еременко, Николай Еременко. Отец его был артистом и сын покойный уже, к сожалению. Так, Старыгин, смотрите, Арамис. Вот он, Старыгин, классная открыточка. И у нас есть вот такая вот замечательная еще актриса. Смотрите, это у нас Инна Мирошниченко, прекрасная актриса. И у нас приглашение на свадьбу. Поедем на свадьбу, мои дорогие. Так, вот такая вот у нас целая коллекция сегодня открыток на канале «Что в старой шкатулке», мои дорогие. Я думаю, что видео вам понравилось. А если вам понравилось такое видео, ставьте свой лайк. Подписывайтесь на канал. Всем мира, добра, хорошего настроения, крепкого здоровья. Всех обнимаю. И крепко жму руку, не болейте. Берегите себя. До новых встреч в эфире. Ждите новых интересных обзоров и новых интересных антикварных походов за старинными вещами и антиквариатом. Повторюсь, сегодня у нас были советские открытки, целая коллекция, которую я выкупил на утилизации макулатуры. Спасли историю. Все, пока, удачи, до новых встреч в эфире. Пока.